Сегодня сотрудники прокуратуры Чуваши отмечают юбилей. 95 лет назад было образовано ведомство, которое следит за безукоснительным исполнением законов. История прокуратуры Чувашии неразрывно связана с историей республики. На съезде деятелей юстиции в декабре 1921 года впервые был рассмотрен вопрос о создании в Чувашской автономной области прокуратуры. Понадобилось полгода, чтобы сформировать штат ведомства. Первым прокурором стал Александр Лбов. Сегодня эту должность занимает Василий Пословский. Верность долгу и высокий профессионализм, принципиальность и ответственность, чуткость и внимание к людям – это те качества, которые позволяют прокурорским работникам оперативно решать поставленные задачи. Главное – преданное служение закону. Долг и честь у этих людей в мундирах всегда ценились превыше всего. Сейчас в аппарате прокуратуры республики работает 386 человек. Ветераны ведомства в особом почете. Когда были сложные времена, тяжелые годы, ветераны принимали всегда решения, давали правовую оценку, когда были разные правонарушения, разные преступления, и всегда подходили по закону и по совести. Потому что несовершенство законодательства оно было налицо, и нашим сотрудникам прокуратуры, ветеранам приходилось принимать ответственные решения для того, чтобы защитить права граждан и защиту обеспечить интересов государства. Борьба с преступностью и коррупцией, обеспечение экономической безопасности, противодействие экстремизму и терроризму – по-прежнему главные задачи ведомства. Особо отличившимся сотрудникам глава Чувашии вручил награды и благодарности. Служу Российской Федерации. Дарина Игнатьева, Рена Гавилян, Республика.